Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Молдавия просит Россию помочь в утилизации боеприпасов. Румынский телеканал TVR со ссылкой на главу МИД Молдавии Николая Попеску сообщил, что в ближайшее время боеприпасы, находящиеся в Приднестровье, будут уничтожены или высланы. По информации телеканала, около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или эвакуированы в Россию. Транзит боеприпасов и обмундирование из Приднестровья в Россию будет проходить через украинскую территорию. Попеску отметил, что утилизация боеприпасов была приостановлена Россией в 2003 году. Министр подчеркнул, что в Молдавии рассчитывают на нормальные, спокойные, стабильные и вежливые отношения с Россией. А также в Кишиневе надеются, что уничтожение этих боеприпасов произойдет как можно скорее. Напомним, что ранее президент Дадон встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу, который предложил начать процесс утилизации боеприпасов на складе в приднестровском селе Колбасно. Стоит отметить, что склады боеприпасов в приднестровском селе расположены недалеко от границы с Украиной и являются одними из самых больших складов в Европе. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.